Здравствуйте! В эфире телеканала «Салям», выпуск новостей Акьярского телевидения. С ними вас ознакомят наши корреспонденты и я, Маргарита Тихомирова. Итак, коротко о главном. Встреча с военнослужащими спецоперации. Самый сильный человек России в нашем районе. Подведение итогов конкурса «Трезвое село». Память о Сергее Чекмареве живет и поныне. Возвращение в отпуск наших земляков, участвующих в СВО, радостное событие не только для их семей, но и для жителей всего района. По сложившейся традиции, во время отпуска проходят встречи военнослужащих с представителями администрации района. С начала СВО в районе проделана большая работа по сбору гуманитарной помощи для наших бойцов. К этому благородному делу подключились не только предприниматели, организации, но и обычные жители района, волонтеры. Также проводится большая работа по поддержке семей военнослужащих. На сегодняшний день все обращения, поступающие от семей участников СВО, находятся в работе, тщательно отрабатываются. Поступают вопросы социального характера, материальные, личные и насчет медицинской реабилитации. Согласно положению о порядке предоставления материальной помощи, каждой семье участника СВО выделяется материальная помощь на приобретение дров. Это одна из мер поддержки, которая установлена у нас в районе. Основная. Данной мерой поддержки воспользовались около 60 семей. На встрече военнослужащие рассказали о службе и обсудили бытовые проблемы. Также они поблагодарили всех жителей Хайбулинского района за финансовую и моральную поддержку. Очень много приходит помощи от жителей района. Поддержка чувствуется. Воинам приятно получать письма от детей, местные продукты питания, посылки от родных. Весточки согревают им душу, напоминают им о доме. Сейчас мужчинам нужно набраться сил дома, уделить время семье и зарядиться энергией родного края. Призвался 27 сентября. Учебку в Казани прошел. Туда попал где-то. Перед Новым годом. Гуманитарка, киля, продукты, киля, каждый день. Нормально там. Обеспечение нормально. Может, где-то плохо, я не знаю. Большое спасибо хочу сказать детям, это школьникам нашим. Самое такое, когда ты получаешь посылку там или гуманитарку, и получаешь их письма, это вот я лично привез 5 или 6 писем, хотел бы, конечно, попробую в музей сдать. Они, правда, промокли, но ничего. С собой здесь на груди таскал, в общем, письма писали наши со второй школы и с первой школы. Я знаю, что Наталья Сергеевна дети писали. Просто я увидел, что с Акьяра. И этих детей знаю просто. Они маленькие первоклассники, но они написали, было на душе хорошо. Ну, сразу становится хорошо. Впервые в нашем районе побывал российский спортсмен, актер, общественный и политический деятель, самый сильный человек страны Эльбрус Нигматуллин. В ходе визита он посетил организации района, где прошли встречи с коллективами и представителями молодого поколения. Подробнее в следующем сюжете. Эльбрус Нигматуллин является мастером спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу, четырехкратным победителем турнира «Самый сильный человек России», успешным лидером проекта «Самый сильный человек Южного Урала», рекордсменом книги рекордов Гиннесса. В ходе визита в наш район Эльбрус Нигматуллин посетил бассейн «Таналык» и площадку комплекса ГТО, ознакомился с ходом проводимых в них работ. Далее он встретился с юными спортсменами, школьниками района. Во время беседы он рассказал о себе и поделился своим секретом успеха. Отметив важность и необходимость обычной зарядки, познакомил детей с теми упражнениями, которые он выполняет перед тренировками. В первый раз, и даже чисто географически, если посмотреть, конечно, вы находитесь прямо, то есть вы сотрудничаете не только, да, внутри Башкортостана находитесь, но и Оренбургской области, и Казахстан, и Челябинской области, вот прямо на стыке вот этих регионов. Поэтому мне очень приятно здесь быть. Вы же знаете, да, я избираюсь
участвую в праймерис «Единая Россия», попытаюсь участвовать в выборах в Госсобрание Республики вот, по Сакмарскому округу. Поэтому мой приезд сюда – это не просто из какого-то любопытства. Да? У меня давно было желание приехать, но не было такой возможности и времени. Ну, будем считать, что такая возможность и время наступило. Сегодня посчастливилась удача нам встретиться с самым сильным человеком в России. Также он рассказывает про свою карьеру, свой жизненный путь, то, что это было тяжело. Ну, сейчас он всему доволен, у него много очень рекордов, которые занесены в книгу рекордов Гиннесса. И также он в свои 49 лет очень выглядит хорошо и также готов получать очень много рекордов в будущем. С нескрываемым интересом встретили башкирского батыра и учащиеся кадетского класса школы номер 2 села Акьяр. В теплой обстановке прошла беседа о детстве, жизни и достижениях спортсмена. Эльбрус Нигматуллин особо отметил, что успехи в спорте достигаются не только за счет физических данных человека, но и благодаря знаниям. Поэтому он призвал ребят хорошо учиться. Мне понравился его голос, его рассказ. Его рассказ был очень впечатляемый. Мне понравилось, как он сжимал вес, тягал штанги. То, что он такой популярный, мне это тоже очень понравилось. Эльбрус Нигматуллин – спортсмен с мировым именем. Его детство прошло в обычной деревенской глубинке, где не было спортивных залов, тренеров. И все те достижения, которых он добился – это результат его упорства, стараний и веры в себя. Его личная история – пример для подрастающего поколения. Нурия Байгужна, Эльнур Крымгужин, Гульнасурина, служба новостей. Конкурс «Трезвое село» в Республике Башкортостан проходит регулярно. Его цель заключается в том, что сельчане добровольно отказываются от употребления алкоголя и выстраивают в своих населенных пунктах атмосферу здорового образа жизни. Так, по итогам конкурса «Трезвое село» 2022 года село Абубакирово Хайбулинского района заняло второе место в номинации «Большие населенные пункты». О том, как это было, в сюжете далее. Диплом второй степени присуждается селу Абубакирово муниципального района Хайбулинский район Республики Башкортостан победителю республиканского конкурса «Трезвое село» глава Республики Башкортостан Ради Фаридович Хабиров. Позади итог работы нескольких лет, впереди осуществление намеченных целей. С такими мыслями вновь в сельском клубе собрались жители села Абубакирово и почетные гости. На этот раз здесь состоялось мероприятие, посвященное подведению итогов республиканского конкурса «Трезвое село», на котором абубакировцы заняли второе место и стали обладателями сертификатов 3,5 миллиона рублей. Вот и закончился такой наш этап большой нашей работы, этап «Трезвого села», в котором мы заняли второе место, почетное второе место. Была немножко горечь, конечно, от того, что немного не дотянули. Но у нас еще все впереди. Самое главное, что мы участвовали, мы победили, мы смогли народ сплотить. И такую огромную работу сделали. И сегодня мы получили 3,5 миллиона, которые нам нужно успеть освоить. Это все будет для села. Для каждого жителя нашего. У нас планы такие, что мы хотим наш парк Победы, которые мы начали восстанавливать, его полностью восстановить и, значит, сделать ограждение для сельского дома культуры, потому что это место, которое все и всегда сюда приходят. Хотела бы, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо всем нашим жителям, потому что это огромный труд не одного человека, а каждого. К этой заветной цели жители села шли целых 3 года. Напомним, что ранее они уже были победителями районного конкурса и пробовали свои силы на республиканском этапе. И вот, сплотившись, став единым целым, они смогли достойно показать себя в таком важном и нужном конкурсе. Старания каждого жителя были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами разных уровней. Также администрация района выделит дополнительные средства для покупки пожарной машины сельскому поселению. Тому сертификату, который мы выделяли в сумме 100 тысяч рублей, дополнительно еще выделяем порядка 2 миллионов рублей на покупку пожарной машины для сельского поселения. Вот с таким настроем каждый человек должен жить, каждый ребенок, каждая семья себе должен ставить самые максимальные задачи, и мы всегда, когда к нему будем стремиться, как один из ученых сказал, за всю жизнь, если ты хотя бы до половины доберешься своей жизненной цели,
ты достигнешь больших-больших успехов. Дай Бог, чтобы наших свершений, наших успехов было у всех, у каждого отдельно, у населенных пунктов таких много-много раз. Искренне вас поздравляю. Бүгін ауыл сынапта шундай дур конкурста қатнашып, дур еңілді яулағас, тебе біз көсілөбіз, біз шундай райондың шансын ақланып бетінді. Сөнке бұл біздің ауылдың ғана еңіуі түгіл, районовыдың еңіуі. Хәм ошы біздің сарала ярдам етіп тұрдылар бетінді администрация тарафынан специалистар, мәдәниет юрты специалистары ярдам еттілер. Ауыл халқы, ауыл мәдәниет юртының специалистары зұр үліш ендірділер ошы еңіуге. Хәм мен ойлайым енді бұл біздің ауылды бірләштірді бұл конкурс. Хәм көп кіне біз сараларда қатнашып, өзімізге нендейдір фәхім алдық. Здоровый образ жизни, занятия спортом, пропаганда трезвости, создание совета мужчин, проведение уникальных в своем роде проектов – все это помогло им стать одними из лучших сел в республике. Пожалуй, не было ни одного жителя села, кто бы остался в стороне и не принял участие в более чем 150 мероприятиях. Все от мала до велика внесли свой вклад в победу. Мы со своими сверстниками стали дружнее и участвовали во всех конкурсах, которые проводил наш клуб. Мы получили много эмоций. Когда мы сдавали ГТО всем селом, это было огромное мероприятие в нашем спортзале. Банда бета аул катнашты, мектеп, клуб, аул халкы, хам куп саралар, конкурстар булды. Миңа бик охшаны хоккей боймала. Куп возможностьтар бирде оша аяк аул. Хам бет туктамайбыз, тырышып эшләрбез төрле. Миңа охшап калган мероприятие урамдар менен эстафета булганда. Урамдардын эстафетасында. Анда бит бейник, биюга әзерләндек. Дәртләнеп, сәмләнеп, буган авыл белән рәхәтләнеп, күңелләнеп катнаштык. Иңебезгә бик шатбыз. Исәнлектә, һаулыкта яшәргә, татулыкта буган авыл белән көрәшергә. Беренче урыннарда, гран-приларда алыштырабыз. Тырышабыз, авылыбыз вообще тырыш. Проект «Трезвое село» объединил не только жителей села, участвующих в этом конкурсе, но и тех, кто уже давно уехал из родных мест. В год полезных дел для малой родины земляки собрали деньги, закупили необходимое оборудование и мебель для клуба, мечети, детского сада. Поддерживали абубакировцев и другие жители района, средства массовой информации, писавшие о них в газетах и социальных сетях, показывавшие на экранах телевизоров, запечатлевшие их на фото и просто все те, кто голосовал за них. Я фотографировала мужчин в труде, вот здесь вот представлены мои фотографии. Мы ходили по домам, фотографировали этих замечательных мужчин, которые отзывчивые очень. В общем, никто не прятался, не боялся фотоаппарата, это очень приятно. И вообще, «Трезвое село» – это отличный, по-моему, конкурс, потому что, во-первых, сплачивает людей, находится миллион талантливых людей. Вот на селе, казалось бы, живем на краю света, но район замечательный, люди талантливые, добрые, отзывчивые, это просто слов нет, мне очень приятно работать с ними всегда. Хочется верить, что нынешний успешный пример абубакировцев, так же, как и прошлогодняя победа жителей деревни Мало Арслангулова, найдет продолжение в других селах района, станет толчком для оздоровления населения, воспитания крепкого, целеустремленного молодого поколения, а также поможет в благоустройстве своей малой родины. Дили Фазылова, Венер Тулубаев, Гульнасурина, служба новостей, село Абубакирова. В селе Макан состоялось открытие мемориальной доски Сергею Чекмареву. Имя советского поэта не чуждо хайбулинцам, ведь здесь началась его трудовая биография в качестве зоотехника Таналыкского совхоза. Коренной житель Москвы, выросший в интеллигентной семье, едет в далекий Хайбулинский район за тысячи километров от родного города. Он прожил всего 23 года, но был настоящим кумиром молодежи Советского Союза 60-70-х годов прошлого века. Ему писали стихи, писали книги, ставили памятники. В селе Подольск установлен бюст поэту. В районе была учреждена литературная премия имени Сергея Чекмарева.
И вот, спустя 90 лет со дня его гибели, появляется еще одна памятная доска, уже в селе Макан. Сегодня мы открываем памятную доску нашему общему дорогому другу через годы Сергею Ивановичу Чекмарёву. Давайте. С коллегами мы пришли к мнению, что мемориальная доска должна быть установлена именно в селе Макан, так как Сергей Чекмарёв проживал здесь, работал в Таналыкском совхозе и проживал именно здесь. Мы основывались на его записях из дневников, на воспоминаниях жителей села и на письма к родным Сергея Чекмарёва. Поэтому сегодня как бы открывается новая страница в истории села Макан. На торжественное открытие приехали гости из города Челябинск, почитатели его таланта и организаторы Чекмарёвского движения. На протяжении многих лет они ведут работу по сохранению его памяти. Я являюсь куратором проекта «Возвращение поэта», посвященный Сергею Чекмарёву. Почему? Потому что 55 лет назад, будучи школьником, я исполнял в инсценировке роль Сергея Чекмарёва. И это отложилось у меня в памяти, и мы с писательской организацией проводили и писательские десанты, и встречи, и литературные премии имени Сергея Чекмарёва сейчас есть в Челябинской области. Ездим на по чекмарёвским местам. И мы, челябинские писатели, однажды в свое время, взяв и включив в нашу работу такой проект, как «Чекмарёвское движение», стараемся это движение развивать, стараемся, чтобы оно не угасало. И узнав о том, что у вас здесь, так сказать, вы вносите определенную лепту, опять же, в развитие и упрощение этого имени, мы небольшой, но плотной делегацией нашли возможность приехать сюда к вам, чтобы разделить с вами радость открытия этой доски. Сейчас челябинцы заняты съемками документально-художественного фильма о жизни и творчестве талантливого поэта и патриота своей страны. Роль Чекмарёва исполняет артист Челябинской филармонии Денис Рылов, которому ради роли посчастливилось узнать о личности Сергея Ивановича. Биография его короткая, но очень яркая, и поэтому меня это зацепило. То есть я проникся этой историей, я проникся этим человеком, и мне захотелось. Ну и плюс какие-то, грубо говоря, я надеюсь, есть схожести внешние, которые меня тоже подтолкнули на то, что, ну, наверное, надо. И я благодарен судьбе, что это так получилось, и огромное спасибо и Виктору Бабкину, и Павлову Олегу Николаевичу, в общем, за то, что они меня в эту авантюру как бы затянули. Я надеюсь, что она закончится... Да, в положительном смысле, вот мне подсказывают. Я надеюсь, что эта авантюра будет иметь яркий финал. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание и до новых встреч! Стоматология Медента – это опытные стоматологи, удобство обслуживания, психологический комфорт, высокотехнологическое оборудование и системы. Все это мы сделали для вас, уважаемые пациенты. В Медент уходим всей семьей, очень довольны, персонал очень вежливый, качественно делают, очень довольны. Консультация специалиста и снимок всех зубов бесплатно. Скидки на лечение, гарантия 1 год, рассрочка без участия банка. Звоните 8-967-777-0011. Наш адрес – село Акьяр, улица Салавата Юлаева, дом 22А.